что? Не делай резких движений. Ты видишь кот. Такая лапушка. Я думала, их уже не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Да ладно, кот как кот. Может быть, а может нет. Моя покойная бабушка знала много разных историй о кицуне, капа и как раз о Бакенеко. Ностальгия? Глупый вопрос. Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. А когда я была маленькой, я постоянно бегала по крышам, чтобы копы не поймали. Коленки вечно были разбиты в кровь. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Арасака отбирала детей, но только чистых. Дайте угадаю, они растили из детей корпоративную армию? Так точно. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. И все, что вам приходилось делать, это убивать врагов Сабура. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэлса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Посмотрите вокруг. Вот он, дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из Чиба-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Давайте закроем эту тему, я устала спорить. Иногда мне хочется стать кочевником, убежать от этого мира, забыть обо всем. Не поздно все поменять. Как это у вас говорится? Старого учить, что мертвого лечить. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Кампеке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласна. Долг живых — воздавать должное умершим. Ханако-сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакенеко от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Я думаю, что нам пора размяться.
Бля, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Yeah.
Я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую систему. Атака!
Ну, платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Работало. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу.
Но с ним уже несколько часов нет связи. Так что либо копы свалили, либо... Можешь проверить, что там случилось? Буду очень благодарна. Я в ванной. О, боже. Вот как эта тёлка.